убил после этого мгновенно. Я просто сказал, что я не дохну первый. Просто это было как-то с обидой сказано. Да, по-моему, лучше сдохнуть первым, чем взорваться в машине потом. Ты, блядь, взорваться в машине, хуй знает, у нас там выбора не было. Че, выпрыгивать из тачки, блядь, и типа мы окружены двумя складами в итоге. Там без шансов было. Какая-то катка там, ребят, по счету была вообще. Кто-то считал. Соло было две, потом с Вани одна. И первая в скваде, да? Ну заебись, четыре разминченные, сейчас пойдет все. Че, куда летим? На остановку, очевидно. Да-да. На троечке, очевидно, гоу. Очевидно, что мы тут не одни. Совсем немножко не одни. Но как вы догадались, Холмс? Тебе с бородой мозг сбрили, отвечаю. Блять, что-то прям очень жестко было. Тупо хитерок в конфе. Опа, это уже потом. Ребят. У меня кости. Вань, либо в твою сторону, либо в эти. В многоэтажке, короче, кто-то чел побежал, вроде без оружия. А, Вань, короче, между нами. Тает лед. Тает лед. Да, да, я видел там типа. Они втроем тут, по-моему. Два раза дал по нему. У забора у моего дома. И в следующем от тебя доме тоже чел. В моем доме два типа. Ну вот, броняйся, блядь. Броняйся. Одного нокнул. К тебе побежали. В моем доме все еще чел. Лол.
Блять, ебаная. Хорош. На крыше высотки. Одного твоего дома убил, он меня коротко. Еще один дробовик. Еще один тут чел у меня. Да-да, в заходе. Живи, пожалуйста, мне нечем помочь. Не смогу перебежать даже. Убил. Это было, правда, непросто. Там чё до сих пор на крыше высотки? Тут есть оружие где-нибудь? На УЗИ у меня в доме есть дедуля. КЗ, где еще что? Могу прицел дать собаке, если нужно. А, на какой многоэтажке-то? Средняя или какая? Перед нами прям, которая, правая самая. Ага, понял. Нас до сих пор на крыше. Он пикает или нет? Ну, высовывается оттуда, просто высовывался. Бежит. Со второго этажа. Кирюсь. Слева! Лёг. Я смотрю через щель, если побегут. Но слева не вижу ничего. Нет, а ты право будешь смотреть, а лево? Угу. Справа никого. Есть чел, бежит к нам. Хилюсь. Убил. Ну, положил. Еще один там. Блять, положил меня. Он поднимает друг сейчас будет. А, друг его умер. Хорош. Смотрю вправо. Нужна аптека? Да, если есть. Я его нокнул только. Сейчас скину. Скину. Откуда стрелял? Угу. Только не пойму пока. Справа. Справа, видел. Я не видел, правда. Но он со скал где-то? Убил. Хорош. Он со скал был, что ли? Ну, перед скалами там, за забором. Ну все. Пиздец, 15 пулек осталось. Что-нибудь было прикольное? Майк 4. Поэтому до круга сейчас хуярить. Там тачка есть. Где тачка? На S. Баги там. Понял. Ладно, поножи лишними не будут. О, трупик нашел. Кайф. Лута только что-то такси. Хил, да не было времени на балкон залезать. И там в доме пока дочелы были. Я залезал, кончили бы меня. Так, надо СКС найти срочно. Это что, лежит тут?
УАЗик там еще есть. Поехали, чё? Кузнец, погнали к УАЗику. Или хочешь болтать тут? Я к УАЗику хочу еще. Да можно и на баге. Хотя... Но все равно туда ехать. И... да. УАЗик всегда лучше. Не, ну это УАЗик вообще кончен. Какая разница, самое главное, что за ним можно прятаться, и все. Мне кажется, простреливаются один... они одинаково, вообще ничем не отличаются. Ну, хз. Если сверху нас будет целиться, могут убить. А так, там крыша. По-моему, крыша также простреливается. Да нет. Ну типа баги сзади же простреливаются. Ну там вообще, блядь, сиденье это огромное. Лучше тут как в хизере. Да, конечно, я как закончил. Можно сюда куда-то там прыгать. А то там найти лодку и съебать. Ты думаешь, круг будет... Хотя да, круг с остановки будет, скорее всего. Цель турик организовывает по пабгу или чего? Или трофл. Никто не в курсе, типа. Я точно не в курсе, если тебя спрашиваю. Стальные у нас типа в К, в тарелку. Мерзли, видимо, сейчас наигрались. Понятно. Я ем просто. Я не вкус. Приятного аппетита. Спасибо. Думаю, здесь можно уже нахуй. Да я думаю, тут нет никого, как мы летели вообще. Мы летели могли так же приехать, как и мы. Сверху. Так, ставь такую дыру. Ну блин, умные за лодкой, наверное, приехали уже сюда. Ну или приедут. Сейчас глянем, где круг будет. Мне кажется, умные засаду делают. Да. Патрике нужны на М-ку. Same shit. Тачка приехал. Я здесь на гараж пошел. Они съебали вроде. Не, они лодку ищут. Они походу нашли. Ну не факт, могут еще просто по берегу побежать. Аккуратно.
Ну, за скалами там остановились, когда. Потихоньку, короче, к тебе бегу. На пирсе, за скалами там. На той стороне пирса вроде. Хотя, может, и на этой. Здорово, стримрос. Да, на пирсе, типа. Походу, сюда пойду сейчас. Вижу, они что-то спину осматривают там. Ну, они тачку видели точно. Хреново я тормознул, то что это. Не на дороге. Наверное, не осторожничали бы так. Какой их план, интересно? Что они хотят? Мы далеко от круга? Нет. Хз, может, ждут также челов, типа. Которые на лодку приедут. Мне кажется, они нашли. Кажется, нет. Кстати, круг идет уже. Че, может, побежим это? В сторону моста туда. Да, давай. А, да, они его, походу, нашли все-таки. Если они плывут. Угу. Мы, видимо, без лодки обходимся, да? Ну, пока похоже на то. Они же плывут? Или мне показалось? Ну, плыли. Но к тому берегу уже были близко. Если это они. Ну, типа, лодки же там не видно. Мосту вроде нет никого. Погнали, так хуля. На мост тачка едет. Проехал. Две тачки это. Что-то они не особо воюют друг с другом. Френдли? А, там на в конце моста, короче. Ага. И под мостом, кстати, не варик. Бег бежать. Потому что там охуительно, как слышно с моста, как ты топаешь по песку. Вообще прям пиздец как. Ну, выплывать все равно где-то там надо, потому что ну, хотя бы укрытие какое-то есть. Еще одна лодка, видишь, под мост плывет. Блин. Они палят. Что делать? Они палят воду. Сука. Знает, где круг. Ну, можно поплыть туда, в принципе. Да. Тут мы сейви вроде. Естественно, война какая-то. Блин, походу по челам на берегу стреляют или типа того, раз они в воду спустились. Нахуй они это сделали вообще? Не знаю, ну блин, по берегу, говорю, не варик бежать было бы. Их с моста просто там распидорасить. Мотоцикл едет. С этого берега? С того берега. Но он, походу, это, передумал ехать. Или тормознул. Не, на этом берегу катается мотоцикл.
На мост поедет сейчас, дурачки. По нам. А, хаехи закидывают. Это под мост типам кидают. Ну и чё, мы поплыли как-то. Ну да. Передо мной еще чел плывет, по-моему. Там, короче, столбами на мосту. И эти под водой плавают, по ним стреляют. В этом народу. Ну, блин, круг такой дефолтный. Передо мной, да, тип, точно. И два типа справа еще от моста уплывают. Так, ну эти воюют там. Они вышли из воды. Ну, стоят, стреляют. Ну и пизда. Блин, из воды перестрелять человек, который за столбами, это вообще дрил, по-моему. Блять, я думаю сейчас выйти и бежать, на самом деле. За почему? Мне так кажется, так лучше будет. Перед нами типа видишь плывут? Вижу. Вполне дают с моста, походу. Нет, это из-под моста, дебилы. Интересно, они в курсе, что им в зону? О, по мне спереди дают. Ебанутые, они стреляют по нам и еще по типам, которые убегают. Я думаю, эти типы... Не будут по нам стрелять, надеюсь. Надеюсь, тоже спереди. Нет. Я прям тут так нормально дал. Там еще на мосту тип сидит, ничего ебанул. Да-да-да. С СКСом там как раз. Блять, он по ТТ-им. Забей. Найс, постреляли. Если у них не тачки, вообще буду рафлить с них. Блять, он сейчас стреляет, блять. Да, это outside zone. Это на мосту был, который. Главное до зоны добежать. Тачка есть справа. Хорошо, типы спереди начали стрелять. Да. Но они... Это было бы пиздец как плохо. Да, это не дрочки, они тоже понимают, то, что здесь кругом бежать. Хотя они по сути могли нас кончить нет, и успеть так же. Тачка сзади. Тачка сзади. Она к тем челам прям поехала. Домиком прежде, сейчас там война будет. Угу. Я забегаю только. Вижу, где вазик припаркован, вижу чела. О, ебать. Побежали в круг. Похуй на эти драки. Они супер не нужны. Это бы тебе дали? Не-не-не, по мне никто не давал. Вообще я бы залился. Ну ладно, смотри сам. Тут тачка тоже оставленная. Ну можешь и залиться, в принципе. Типы у домов справа. Могу одному дать и убежим. Пока ты заливаешь, давай заливайся, я одному дам. Там осада дома какой-то идет. По мне с другой стороны. Я хилюсь. Что? Это ВМ. Куда он выстрелил? Это не хедшот был, это что? Это ВМ, у тебя броник какой был. Второй. Знает. Блять, я отказываюсь понимать. Ну это с аирдропа чел какой-то главный. Да. Не понял, правда, откуда. ЧП круг. 37 секунд. Там 4 типа было, вон они бегут. Я вижу. Блять, я не понимаю, как работает хитбокс в этой ебаной игре. Ну блин, он может как? И в руку куда-то еще попал, я хуй знает сколько там. Ну охуеть, 100 дэмэджа в руку, кайф. Да. Я фуловый был. Типа... Смысл головы, если тебя в другую часть тела может столько же урона нанести.
смысле, дебил. Их другие тип казнил. Ну и меня казнил. Ну тут пиздец. Вот эти... Они сейчас еще от круга сдохнут, скорее всего.